Как подготовиться к таинству крещения? Перед тем, как принять к таинству крещения, необходимо задать себе вопрос, зачем мы хотим принять крещение, и на него ответить. Если мы принимаем крещение для того, чтобы мы или наши дети не болели, или чтобы у нас в голове было больше ума или больше денег в кармане, то это неправильный мотив для принятия крещения. Мы принимаем крещение для того, чтобы быть частью церкви, для того, чтобы быть с Богом. Если мы действительно верим в Бога, тогда идем в храм и спрашиваем, когда будет проходить таинство крещения. Перед тем, как принять крещение, необходимо ознакомиться с текстом символа веры и хорошо бы знать его наизусть, ну или хотя бы читать с листа без ошибок. Ну и в том и любом другом случае хорошо бы понимать, о чем идет речь в этом тексте, символе веры. Перед крещением необходимо приобрести крестик, православный крест, на котором должно быть изображение Господа Иисуса Христа распятого, и Иисус Христос. Должны быть надписи на кресте обязательно. Нужно взять с собой полотенце, документы, паспорт или свидетельство о рождении и желание креститься. Классический, спортивный, кэжуал, неважно какой стиль ты предпочитаешь. В магазине мужской одежды все для мужчин есть. Качественная и современная одежда для любой ситуации. Выбери свой стиль с магазином «Все для мужчин». Адрес: улица Красная, 130А, за Сбербанком.